Воскресенье, Господь! Жив Христос, Христос воскрес! Ночи теплый ветерок, праздник Пасхи так чудесен, сердцу каждому восторг. Мы сестру милую храм пойдем освещать. Принесла бабушка, дядюшка с дедушкой. Предрассветный туман, устремляя свой взор, они в сад уже робко вступали. Посторонний не шел на уста разговор, об одном лишь они рассуждали. Кто поможет нам камень большой отодвинуть закрывшую пещеру, чтоб слезами нам горе при гробе излить, укрепить ослабевшую веру? В то время, как наш
наших малых углубоководных ямах совершаются праздничные богослужения, великие нерукотворные храмы природы так и не остаются без изменений, и в нем совершаются различные торжества во славу Господу. Так смотрите на теперешнее убранство природы, на все развивающиеся зелень, на везде рассыпающиеся цветы. И кто теперь не скажет, что как бы спавшая зимним сном природа воспрянула ото сна и словно подражая святой церкви, начала праздновать день воскресенья. Как хлопотливо, как хлопотливо восседает в это время все в природе. Христос воскрес, журчат вольной освобожденной воды. Христос воскрес, шепчет проснувшийся лес. Христос воскрес, слышится от зеленых восходов полей и пробивающих колосков новой зеленой травы. И от птиц, прилетевших издалека, славит весну и лучи солнца, играющие в чистом, свежем воздухе. Твердят одну животворную весть, которую доступно нельзя наслушаться. Христос воскрес, и природа вторит наше пробудившее сердце. Под солнцем птицы жаворонки поют, Христос воскрес. По всем кустам малиновки поют, Христос воскресе. Во все окошки ласточки кричат, Христос воскресе. Сердца у дев и юноши поют, Христос воскресе. Христос воскресе, слушаешь и не можешь наслушаться, потому что ни на земле, ни на самом небе нет более святых и более сильных, чем эти два слова. Радость и счастье весны лишь в малой мере напоминают то ликование, которое переживает всякая верующая душа при мысли о воскресении Христова. Христос воскрес! Какой небесной светлой радостью звучат эти слова, и как звон колокола отдаются в каждой христианской душе. Старинный медный колокол на башне вековой, обросший мохом мрачным и тощей травой, гудит поднявший благовест для радости небес, весенних, светлых, праздничных поет Христос воскрес! Христос воскрес! Он царь миров, царей могучих победитель. Он весь смирение, весь любовь. За грешный мир святую кровь пролил, как ангел-искупитель. Христос воскрес. Он людям дал завет святого всепрощения и падшим милость даровал. И за святые убеждения велел страдать, как сам страдал. Христос воскрес. Он возвестил, что на земле все люди братья. Он мир любовью обновил, на кресте врагов простил. И нам открыл свои объятия. Христос воскрес, Христос воскрес. Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорбь, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес. Сегодня у окошка чирикал воробей. Вставай скорее, крошка, проснись скорей, скорей. Усюду льется пение, Христос воскрес, воскрес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, на радость с небес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, на радость шлет с небес. И пой вместе с нами Спасителю хвалу, Он яркими лучами. Это праздник, ребята, я к вам обращаюсь, деткам. Что является символом? Яйцо, правильно. Денис, ты ответил? Умничка, молодец. Яйцо – это маленькое чудо. В нем также таится пробуждение, таится жизнь. К нему относились всегда и относятся с особым почтением. Душа каждого желает разделить пасхальную радость с близкими и друзьями. Ребята, вы, наверное, присутствовали, конечно, когда дома все ваши родители, мамы, особенно бабушки, готовили Пасху, куличи, красили яйца, правда? Вы готовились к этому празднику, и вам это очень нравилось, правда? И, конечно же, вы наблюдали за этим, да? Как мама печет Пасху, что туда кладет. Вот я сейчас хочу с вами побеседовать, задать вам несколько вопросов. Прошу, подождите. Мы бросим туда огромный кирпич. Нет! Нет, конечно. Мы положим туда конфет. Нет! Нет? Да! Нет. Тогда возьмем муки пакет. Да! Да. Сливочного масла, да, пачку. Да. Да.
Положим вкусную жвачку. Нет! Штук 6 добавим мы яиц. Да. Из шкатулки бросим туда пуговиц. Нет! Внучка, братишек скорее покличь, дуракова закатайте повыше. Будем мы петь пасхальный кулич. Только бы вышел. Только бы вышел. Всякое дело, такую работу. Брали духовную, внешние битвы. Мы бываем на Божьи щедроты. Чем начинаем? Смиренной молитвой. Верно, ребятки, попросим у Бога ангельской помощи нам на подмогу. Наши труды для трапезы любви. Господи, Боже наш, благослови! Как доброе сито, грешник раскаянный Богу милее, пусть ко Творцу преподает творение. Все мы по... в сердце свое подобным елее, все покрываю глубоким смирением. Умысла наша пустая затея, если любви не сопутствует вера. Сделано тесто с умом и сноровкой. Дело закончим горячей духовкой. Вот и кулич наш на праздничном блюде. С Пасхой Христовой вас, добрые люди! Если хор поет об Иисусе Христе, чтоб воскрес Господь, возвещаем мы всем. Праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны, подарил нам этот день Спаситель ты. Христос воскрес, и льется пение, раскатится ты волной с небес, исчезли скорбные волнения. В святая ночь Христос воскрес, темно еще, но луч востока озолотил дремавший лес. Строятся ручейки потока, воистину Христос воскрес. О, это дивное явление, святое чудо и чудес, Христом и светом воскресения разрушен ад. Христос воскрес, едва лишь на греховной тьмой свершился света перевес, еще раз пронеслось пленое, воистину. Христос воскресе, солнышко играет, Христос воскресе, шелестит листва, Христос воскресе, громко возглашает сам вон и батюшка священные слова. Не храм жизни, отрицание смерти, надежда наша, вера и любовь. У них глаз единой православной церкви, и он звучит по всей России. Христос воскресе, с Пасхой поздравляют,
Христос воскресе, сердце песни поет. Христос воскрес, и даже дети знают. Христос воскрес, и Царствие Божие нас зовет. И воли ближнего променяющих народ смирению обращил. И все законы Моисея и беззаконов подчинил. Христос воскрес, Он людям дал завет святого всепрощения. Он падшим милость даровал, и за святые убеждения велел страдать, как сам страдал. Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром, есть неземная сила в нем. Вы слышали, как утром пели птицы, и столько света никогда не видели. Такие светлые людские лица мы видели, мы видели. Света лучики с небес озарили нашу землю, потому что мир небес чудес. Христос воскрес, Христос воскрес. Праздником праздник Пасха Господня. Люди на всеночной были сегодня. Звон колокольный слышен везде. Праздник счастливый на нашей земле. Таинственно простые извечные буквы, не круги, ноты птиц сегодня всем ясны. Мы слышали, света лучики с небес. Это ваше большинство, это ваши дети. Это прекрасные дети, которых вы воспитали. И которых направили наши преподаватели. Ведут, так сказать, по определенному. И совместно можно вылепить вот этот пасхальный кулич, который будет сладким, приносить радость другим. Вот, поэтому не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совместные дела. Сегодняшний день, ну, начнем. Давай. Так, конечно. Воскресенье, Христос воскрес.